Да, конечно. Значит, в Санкт-Петербурге в 2014 году мы организовали первый выпуск этой конференции, который прошел, в общем, с большим успехом. Вот, и сейчас, мне кажется, мы расширили аудиторию, увеличили количество участников. И в этот раз, значит, помимо обычных секций, мы организовываем также специализированную российско-французскую секцию, как вы знаете, с привлечением посольства Франции в России, вот, которая представит доклады российских и французских ученых. Вот, эта секция организована с помощью французского посольства в Москве, а также Миноборнауки, Инконсалта, Россотрудничества. Мы объявили конкурс на лучшие студенческие, аспирантские работы в России и во Франции. То есть у нас одинаковое количество участников с российской и французской стороны. Вот. Ну и кроме того, я пригласил ведущих французских ученых для представления докладов, вот, для того, чтобы молодые ученые могли познакомиться с работами французских ученых. Ну и кроме того, обменяться информацией по форматам возможных взаимодействий между Россией и Францией. У нас будет в конце дня круглый стол, на который придет советник посла по науке и технологиям и расскажет о возможностях, скажем так, создания российско-французского сотрудничества, билатеральных проектов между Российской Федерацией и Францией. Есть ли здесь в Казанском федеральном университете особенности проведения этого мероприятия? Ну, мне кажется, организация у вас превосходная, то есть одно удовольствие быть в Казани, участвовать в этой прекрасной конференции. Вот, очень сложно, безусловно, организовать такое огромное событие, в котором там больше тысячи участников. И поскольку я сам в организационном комитете, я примерно представляю, каких усилий это стоило. И вот мы постоянно взаимодействовали и в нашем программном комитете, и с организаторами Инконсалт. Вот, и большие усилия были потрачены, конечно, на то, чтобы это мероприятие прошло достойно и успешно. Скажите, пожалуйста, ваших общих впечатлений от Казанского федерального. Вот, я в Казани бывал один раз, вот, но в этот свой приезд я хотел бы еще раз, конечно, посетить лабораторию университета и немножко обновить свои впечатления, поскольку вы быстро развиваетесь, и, скорее всего, информация, которая у меня есть сейчас, она уже устарела.